Что хочет сказать, но молчит. Спросим у карт Таро. Что же хочет сказать? Что вы для него тайная женщина, что ему очень тяжело, что он думает о вас. Он понимает, что эти отношения ни к чему не приведут, что они без перспективы, да, что дверь закрыта, что вы обижены. Но все равно хочет быть рядом, дорожит этими отношениями, хочет быть вашим императором. Привык к вам, вы родной для него человек. Вы желанны для этого мужчины. Между вами сейчас большое расстояние. Но он продолжает чувствовать себя королем кубков. Понимает, что когда вы были рядом, это и было настоящее счастье. Возможно, он поздно это понял, да? Закрывается. Бесится, да, злится. То, что так получается, не дает ему покоя. Внутри у него нет покоя. Ну, никак. Он хочет этого покоя, но его внутри нет. Его рвет на части. Хотя внешне, возможно, он спокоен. Понял, что вы были подарком судьбы. Отношения пробуксовывают. Нужно принимать какое-то решение, но решение невозможно, да, то решение, которое он хочет принять, его невозможно принять. А то, которое можно принять, то не устраивает его, да, вот об этом говорят вот эти карты. Злиться на себя, злиться на ситуацию. Очень хочет встреч, хочет свиданий, хочет возврата этих отношений.